я топаю по Карнакскому храму. Многие говорят, что на эти камешки смотреть. Но я с таким категорически не согласна. В общем, тут есть на что посмотреть. Особенно, когда прочитал 18 книг по истории Древнего Египта. Послушал 25 лекций замечательного российского египтолога Виктора Солкина. Мне кажется, это один из самых умнейших египтологов современности, который без всякого бреда рассказывает все интересное. لا انا لسه في معبد.